Итак, Росавельчики, 6-й дивизион. Погнали. Смотрим по составу. Жулио Сезар. Сейчас дадим контракт. Сделаем испанскую лигу. Росси поставим. Фальке. Тито. Бернат. Кейл Биг 2000. Так. Формочку такую оранжевую. Тактику на владение. Смотрим составчик. Оп, аргентинцы. Так, так, так. Неизвестные аргентинцы. С аргентинской лиги. Вроде ЛП. Росси. Первая игра. Джузеппе Росси. Итак, заканчивается матч. Победой. 3-1. Отличная победа. Оливер Торрес 8,7 получает. Веллингтон тоже 8,7. Смотрим моменты. Головой. Боковые ножницы. Вратарь сейвит. Рафиния. Штрафной ни о чем. Торрес. Вот это пасец от Росси. И Торрес забивает. Разбирается выход 1-1. Оливер Торрес. Сейв. Порядок засейвил. Лукас Окампос. На грани офсайда забегает. Получает мяч. И разбирается в один в один. Да, не было офсайда. На шажок. Нижний защитник проспал. Сейф еще. Тут как он не достал защитник. Чуть еще не пропустили. Сезар на месте. Веллингтон. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. И как... Вот это разбирается. Опять Россер. Или, а, Торрес дал пас. Олевой. Веллингтон разобрался. Еще один гол Веллингтона. Выход в один в один. И внешний режет угол. Красава. Красавельчик Веллингтон. Как же он мочит голы. Бомбардир. Красава. Веллингтон. Джузеппе Росси момент. Хоп. Ёлки-палки, что за удар. Хотел с лёту пробить с шифтом. С подкруткой. Не попал. Задумка хороша, но что-то не вышел удар. 3-1 такой счет. Разрываем соперника. Погнали, еще один матч.
Так, что у нас с везухой? Все в порядке, Маршал только. Сейчас применим и погнали в матч. Вперед. Значок Реал Мадрид. Анаск какой-то. На владение тактика. Анаск. Оф. Неймар. Бензема. Бейл. Модрич. Рамос. Звери. Облак на воротах. У команды хороший настрой. Зверский состав. Если сегодня выиграют, будет положено хорошее. С разноцветными карточками. Верник все-таки сильнее. Итак. Один-один. Держим удары. Ничейку раскатали. Оливер Торрес опять лучший игрок. Второй матч подряд. Облак. Тащит. Сывит. Намертво. Наш сейф. Удар головой тащит Цезарь. Ну, прям почти в него. Следующий момент. Раскат. Удар на месте. Цезарь тащит. Неймар. Проход Неймара. По центру. Перевел на левую и слева ударил сразу же. В дальнюю. В девятину. Жесть. Резко пробил. Сейф облака. Подкрутка. Облак на месте. Промах Рафини. Лёда не попадает. Ну зачем так в дальнем? Прямо бей. Росси промах. Раскат. Что за удары? У него удары куда-то летят. Сильно. Оп, подкат. Росси забывает. Во второй игре. Качнул защитника и расстрелял дальнюю девятину. Красавельчик отмечается в команде. Момент. Безнадежный удар соперника. Ничеечка. Тяжелая. А Оливер Торрес не забил, он голевой пас дал, кажется. Неплохо сыграли. Погнали дальше. Марчал контракты, Торреса контракт. Сейчас по-тихому закинем. Хоп. Все в порядке. Погнали искать соперника. ITL Малоко. Файерли, итальянец. Итальянский клуб. Форма Интера. Копия Италия. Тевес арендованный. Давид Луис. Тоже с аренды. Сержио Ромеро на воротах.
Так. Посмотрим, что за соперник. А, скипщик. Скипнул игру. Осталось 8 матчей, 4 очка. Погнали туда следующего соперника искать. Физуха чуть упала. Контракты тоже. Нашелся соперник. Эмблема Гента. Смотрим состав. Цианид ФК. Бразил. Тайсон Халк. Тейшера. Лукас. Виллиан. Рамирес. Давид Луис. Тиаго Сильва. Александра слева, защитники. Крутой бразильский состав. Пойдет так. И проигрыш 0-2. Тайсон решал всю игру. Халк промах. Красивый проход. Принял, пока принимал, удар никакой. Еще один сейв Сезара. Виллиан прорывался. Тайсон. Не удержали, пропустили. Как он между двумя проскочил. Пас разрезной. Расстрел вратаря. Не успели защитники. Штанга Рафиня. Капец, штанга. Тайсон. Принял, защитник укатился. Даже не зацепил его. С подкруточкой Тайсон забивает ближнюю. Халк. Проход. Халк в офсайде. Желтая карточка Рамиреса. Сейв. Наш момент. Блин, надо было пас давать. Зря пробил. Руфье тащит. Еще момент. Сезар на месте. Красная Рамиреса. Прижали тут нас бразильцы. Погнали дальше. Шо по физухе. Ставим итальянскую связку. И испанцев сзади. Так, атлетика, форма. Это Англия, кажется, или Франция. Red Bull. El Pistolero. Хамшик. Калехон. Найнголан. Ханданович на воротах. Супер карточка. Пока команда играет средненько. С учетом результатов в лиге, они, скорее всего, останутся. Счет 0-0. Ничейка. Еще одно очко. Берем. Момент. Росси. Обокрали. Давал же ближнему. Тут на развороте еще ударил. Рядом со штангой. Ханданович. Наши атаки одни. Прям во вратаря. Опять Ханданович. Подкрутка. Вратарь на месте.
Не выделил же Калихон тут красную карточку получает. Удар. Мимо ворот. Таль Ханданович. Принял. И на месте. Тянется руками. Ханданович. Все, вот такие моменты. 0-0 ничейка. 5 очков, 6 игр осталось. Такой вот дивизион, 6-й. На серийный контракт. Веллингтон тоже. Походу сейчас поменяем бразильскую связочку на MLS-овскую. Эрнандес, Игуаин, Мовсесян. И голландский правый фланг в защите. Погнали. Так. Что там? Баха. Да, ФК. Так, Азар, Руни, Морес, Тоти карточка, Дебрюйне, Санчес, Рамирес, Серджио Рамос, Дехея на воротах, Жорди Альба. Такое нападение в порядке. В прошлом матче была ничья, взято лишь одно очко. И сегодня неплохо было бы взять три. Эден Азар. Итак, заканчивается матч. Проигрыш. 4-1. Один мяч хоть забили. Эль Джази. Азар. Защитники расступаются, непонятно как. Забивай куда хочешь. Опять ошибка в защите. По центру никого нету. Спокойно разбирается. Руни. Соло проход. Вроде забрали, опять мяч у него оказался. Опять странные какие-то непонятки здесь. Ден Азар. Опять обокрали защиту. И Азар на месте. Она забирается с вратарем. Жесть. Одни ошибки. Сейв Дехея. Промах Джован. Эль Джази забивает. Обыграли защитника. И забиваем свой гол. Эль Джази. Желтая Рамиреса. Там все понятно. Такой вот проигрыш. Так, до следующей серии.